Добрый день, уважаемые жители республики. Ситуация по распространению новой коронавирусной инфекции в республике на сегодняшний день остается серьезной. На текущую дату, по данным Роспотребнадзора, было выявлено 284 новых случая COVID-19. 137 случаев было выявлено в городе Якутске, в Алданском районе 16, в Нерюнгринском 14, по 12 случаев в Мирнинском, Хангаласском районах, в Усть-Алданском районе 10 случаев, в Мегино-Кангаласском 9 случаев. От 1 до 7 случаев зарегистрировано в 19 районах республики. По данным медицинских организаций, на сегодняшний день в тяжелом состоянии находится 140 человек. На искусственной вентиляции легких 37 человек. Хочется отметить, что наиболее напряженная ситуация в Момском, Алекминском, Сунтарском, Усть-Алданском районах. Уважаемые жители республики, на сегодняшний день полным ходом идет вакцинальная кампания. По данным, на 15 ноября в республику поступило 534 тысячи доз вакцины для профилактики новой коронавирусной инфекции. Получили первую вакцину 439 507 человек, что составляет 61,3% взрослого населения республики. Вакцинировано первым компонентом 85 129 лиц старше 60 лет, что составляет 60% от общего количества лиц старше 60 лет. Хочется отметить, что медицинские организации республики на сегодняшний день ведут очень серьезную адресную работу с лицами старше 6 лет и маломобильной группой населения, которым проводится по заявкам иммунизация по месту жительства, либо в поликлинике приглашением. На сегодняшний день очень остро стоит вопрос ревакцинации, потому что мы понимаем, что вакцинация прошла, через 6 месяцев мы должны ревакцинироваться. Ревакцинировано на текущую дату 43 796 человек. Уважаемые наше старшее поколение, на сегодняшний день вакцинация – это одна из самых эффективных мер профилактики заболевания и способ избежать тяжелого течения в случае заражения. Хочется отметить, что в течение нескольких последних недель увеличились темпы вакцинации, а это свидетельствует о том, что все-таки наше население очень серьезно относится к своему здоровью и понимает ту значимость иммунизации, которая может прервать цепочку заражения. И мы должны с вами, дорогие друзья, достичь 80% коллективного иммунитета. Спасибо большое. Берегите себя, здоровья всем.